Доброго времени суток, и сегодня короткий кинообзор на абсурдную комедию про зомби от Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Мертвые не умирают. Ну а если вы не знакомы с зомби-тематикой и творчеством Джима Джармуша, то... Это как это не знакомы? Ну-ка быстро исправлять, ну-ка быстро все смотреть. Сюжет фильма максимально классический для зомби-тематики, из-за этого он простой, но и абсурдный из-за того, что его снимал Джим Джармуш. А фабула в следующем. На планете Земля происходит раскол тектонических плит, из-за этого планета Земля меняет свой угол наклона, и из-за этого скорость вращения, из-за чего день увеличивается, животные сходят с ума, а зомби встают из могил и пытаются убить живых. Так что, дикие звери? А ты что думаешь? Я думаю, это зомби. Персонажей много, но за всеми за ними интересно наблюдать, потому что они прописаны, и большую часть из них играют просто мастодонты кино. Добро пожаловать в мой мир, зомби. Прекрасно же! Ну а сейчас давайте все-таки подробно о фильме, и сразу хочу сказать, что здесь будут спойлеры. И если вы хотите посмотреть кино без спойлеров, то ставьте на паузу, идите в кинотеатр, смотрите, возвращайтесь и досматривайте обзор. Это важно. Ну а мы начинаем. Я не буду пересказывать вам полностью детально весь сюжет, просто вкину вас пару спойлеров, которые, как я считаю, заставят вас посмотреть этот фильм, если вы еще не смотрели. И начну я с самого начала. Фильм, как и многие другие, начинается с титров под саундтрек. И буквально через пару минут этот же саундтрек звучит в машине нашего главного героя, шерифа города. При этом этот саундтрек будет звучать на протяжении всего фильма и будет звучать только он. Но когда он звучит в машине нашего главного героя, шериф спрашивает у своего помощника, почему эта музыка мне так знакома? На что помощник отвечает, что ну так это же саундтрек к фильму. И тут вы понимаете, какая будет комедия. Хорошая. Также Джим Джармуш делает отсылки к классике и к своим собственным фильмам. Классики по типу Джорджа Ромео. Он показывает зомби, как и в старых зомби-фильмах. Это зомби, которые идут к тому, что им нравилось при жизни. И если это зомби-подросток, то он ищет пароль от Wi-Fi. Если это зомби-ребенок, то он идет в магазин сладостей. А если это зомби-взрослый, то он идет в магазин, где продают топоры или ружья или гвозди. Ну а зомби-проститутка, которая там тоже есть, стоит на трассе и торгует своим зомби-телом. Отсылку же к фильмам Джима Джармуша в фильме Джима Джармуша мы можем увидеть через зомби Игги Попа. Кофе. Ведь после того, как зомби Игги Поп заходит в кафетерий, убивает уборщицу, он бормочет себе кофе-кофе, подходит к столу, берут чайник с кофе, выпивает его и продолжает бормотать кофе-кофе. И здесь логическое умозаключение, что получается, человек Игги Поп той вселенной жил кофе, он был кофеман. И в чем же здесь отсылка? А все просто, это отсылка к фильму «Кофе и сигареты», где в свое время Игги Поп сыграл с Томом Вейтсом, который как раз играет бомжа в данном фильме, и они получили Каннскую золотую ветвь, и это был фильм Джима Джармуша, который сделал его знаменитым на весь мир. Помимо всего прочего, есть и больший абсурд. Например, есть персонаж, женщина, которая ходит с катаной, убивает зомби Ака, древнеяпонский самурай. А в конечном итоге получается, что это пришелец, которого забирает НЛО, и после этого ничего не происходит. Ну а также финальное разрушение четвертой стены, когда персонажи сидят в машине, это шеф полиции, его помощник. И шеф полиции спрашивает у помощника, почему ты все время говорил, что добром это не кончится. Откуда ты это знал? На что его помощник ему отвечает? Ну просто я читал сценарий полностью, и стена опять разрушается.
И в этом вся прелесть данного фильма, из-за этого на него стоит идти, тратить свои деньги, тратить время. И именно из-за этого фильм получает 7 рышкиных из 10. Почему не 10 из 10, хотя я говорю о нем только в положительном ключе? Ну все просто, 10 из 10 это все-таки шедевры кинематографа, например, как «Апокалипсис сегодня». Но также у этого фильма есть и небольшие минусы, такие как нехватка динамики в некоторых моментах, ведь это все-таки фильм про зомби, хоть и больше классический, но все равно хочется больше динамики. Ну и плюс, иногда Джим Джармуш заигрывается со своей абсурдностью, со своей комедией, что может отталкивать неподготовленного зрителя. Но во всем остальном фильм хорош, поэтому твердые 7 из 10 и стоит на него идти. Ну а на этом все, с вами был Данила Рыжкин, смотрите хорошее кино, а если вам понравился данный кинообзор, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте в комментариях те фильмы, которые вы хотите, чтобы я посмотрел и, возможно, сделал на них свой кинообзор, такой как этот «Экспресс» или, возможно, более полный. Всем спасибо, всем пока!